Мы летим на море в Мексику. Улетаем из Чикаго рано утром в 6 утра и прилетаем в Канкун в 9 утра. Как быстро летит время в полете на самолете компании Frontier Airlines. Купив путевку компании Apple Vacations, в которой уже все включено. И самолет, и отель, и трансфер, и еда, и напитки, и белый песок, и пляж, и кокосы, и Карибское море. У нас в самолете есть DirecTV, CNN, TBS, Fox, Discovery, два спортивных канала ESPN, а всего 24 бесплатных телевизионных канала. Я сижу в самолете, смотрю футбол из города Лондона, играют Арсенал и Норвич. Также есть еще 4 канала, по которым показывают кино, но уже за $8. На борту самолета марки Аэробус 320 160 пассажиров и летают чартеры из Чикаго, Денвера, Лос-Анджелеса, Нью-Йорка и Филадельфии в Мексику всего за 3 часа. Быстрый и легкий перелет путешествия – это важно. Вот уже в 9 часов мы в аэропорту города Канкун, затем нас встречает представитель компании Apple Vacations в разноцветной рубашке и приглашает в автобус, который доставит нас в отель за полчаса. 9:30 – регистрация в отеле. 9:40 – мы уже в номере отеля, быстрый душ, плавки, шорты, шляпа и на пляж. Невероятно! В 6 утра я был еще в Чикаго, а уже в 10 сижу под пальмой на берегу Карибского моря.